Привет, друзья! Опубликованы кадры первого боевого применения российской БМПТ «Терминатор» на Украине. Как сообщается, украинская группа в составе танка, БМП и пехоты пыталась атаковать российские позиции в районе Кременной. На встречу группе выдвинулась российская БМПТ «Терминатор» и танк. В результате боя был уничтожен украинский танк и боевая машина пехоты. Видео сокращено. Погибшие украинские военнослужащие удалены из ролика. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.